Всем привет! Меня уже давно просят показать какую-нибудь библиотеку, с помощью которой мы можем рисовать разные графики. Поэтому сегодня я хотел вам показать одну из таких библиотек для Jetpack Compose. Если кого-то интересует это на XML, я тоже это покажу. Это будет не эта библиотека, а другая. Но тоже мы сможем с помощью нее рисовать разные графики. Сегодня на уроке мы рассмотрим вот такой вот линейный график. Ну, с помощью этой библиотеки можно нарисовать разные типы графиков. Сейчас в начале урока я вам покажу, какие графики можно с помощью этого нарисовать. В общем, здесь практически все можно легко и просто кастомизировать, то есть выбрать разные цвета и так далее. Так что я думаю, вам эта библиотека понравится, если вы еще ее не используете. Ну, либо если вы не используете какую-то другую библиотеку, которая вам тоже нравится. Если вы уже какую-то используете, напишите в комментариях, может быть, кому-то это пригодится. Итак, здесь мы можем, видите, выбирать, нам показывает значения. Мы можем показывать от нуля, в общем, все можем кастомизировать. Можно добавлять какие-нибудь буквы. В данном случае я написал здесь, видите, килограммы, здесь дни. Ну, допустим, за 30 дней, за 31 день, сколько килограмм набрал там, либо потерял. Ну, здесь я рандомно, естественно, добавляю, видите, 58, 86 и так далее. В общем, все это можно будет легко и просто настроить. Если вам нравится контент, который я делаю, и хотите поддержать канал, то все возможные способы найдете в описании к этому видео. А также на моей веб-странице находится кнопка для доната. Так что, если хотите таким способом поддержать канал, то можете это сделать. Ссылка на мою веб-страницу находится в описании к этому видео. А также ссылку на библиотеку оставлю и у себя на веб-странице, и здесь в описании к этому видео, если хотите почитать подробно, полностью документацию на эту библиотеку. Ну и, конечно же, весь код урока оставлю на моей веб-странице. Как я уже сказал, ссылка на мою веб-страницу находится в описании к этому видео. Итак, ну все, давайте сразу приступим к делу. Сначала давайте посмотрим на саму библиотеку. Вот эта страничка на GitHub. Называется она eCharts, ну либо YCharts, не знаю, как вам удобней. И вот такие вот графики мы можем с помощью нее создать. То есть мы сегодня будем рассматривать вот такой график, линейный. Здесь мы можем показывать не только одну линию, а мы можем показывать несколько линий. Ну, допустим, вы делаете приложение по криптомонетам, и у вас в один и тот же день может быть разные значения на разные монеты, правильно? У вас там биткоин, я не знаю, USDT и какие-нибудь еще монеты. Поэтому вы можете рисовать разные линии и давать им разные цвета. Тогда будет не одна линия, а разные линии. Я вам сегодня про это расскажу. Дальше у нас еще есть вот такой бар чарт. Видите, мы можем рисовать вот таким вот образом. Дальше у нас здесь есть Wave Chart, видите, вот такой вот график. Дальше у нас есть Bubble Chart, либо Bubble, не знаю, как правильно произносится. Вот таким вот способом мы можем рисовать дальше графики. Дальше у нас есть Combined Chart, то есть мы можем и линии рисовать, и Bar Chart, например, видите, все вместе. Дальше у нас есть еще Pie Chart, и это у нас пирог, видите. И у нас еще есть Donut Chart, вот такой вот, видите. В общем, все такие графики можно рисовать. Здесь есть подробные инструкции, как все это можно сделать. Мы рассмотрим сегодня вот такой линейный. Итак, самое первое, конечно, нам нужно создать новый проект. Jetpack Compose проект. Мы будем использовать, естественно, Material 3. И нам нужно добавить зависимость, вот такую, где она находится. Вот она, видите? В наш build gradle файл, чтобы мы могли скачать эту библиотеку. И для тех, кому интересно, смотрите, вот здесь вы можете по ссылке зайти, sample app, и вы там увидите разные примеры использования. Но там не все очень хорошо понятно, поэтому для начинающих, возможно, можно будет легко запутаться там. Поэтому я вам постараюсь все подробно рассказать. Также, если вы хотите посмотреть еще и про другие графики, такие вот, как вот этот вот, bar chart, видите, ну и другие вот такие вот, то пишите в комментариях, я сделаю отдельное видео по разным этим графикам, чтобы вы могли уже их использовать в своих проектах. Итак, ну все, поехали, создаем новый проект. Выбираем New, New Project, Empty Activity, это у нас Jetpack Compose, видите, проект. Next, это у меня будет Line Chart, не, Single Line Chart. И нам нужно выбрать минимум SDK API 26. Жмем Finish, и все, так, давайте уберем все лишнее, чтобы нам здесь не мешало, потому что нам сейчас не это главное. Идем в Gradle Scripts, вот здесь, я думаю, это уже знаете, Build Gradle. И здесь мы должны добавить зависимость. Помните, что в новых версиях, начиная, кажется, с версии жирафа, способ написания зависимости вот таким вот способом, видите? То есть в кавычках и круглые скобки. Поэтому давайте это исправим, иначе будут проблемы. Так, и здесь тоже добавляем вот так, видите? То есть все то же самое, только здесь у нас открываются круглые скобки, кавычки, закрываются кавычки, закрывается круглая скобка. И там уже прописываем название зависимости. Ну и здесь также пишется implementation, если вы это не знали. Sync now, и все, у нас скачается сейчас эта библиотека, и мы можем начинать добавлять. Так, идем в MainActivity, все будем делать пока что в MainActivity, удаляем все ненужное. Давайте самое первое, что сделаем, так, где у нас открывается, вот здесь, вот эта фигурная скобка нам не нужна. Меня сейчас интересует,
создать список с данными, потому что когда мы будем получать какой-то список, допустим, там с ценами на разные монеты или, я не знаю, там с прогнозом погоды на разные дни и так далее, нам нужно будет создавать список. И список создается, давайте посмотрим сейчас на официальной страничке, таким вот способом, видите? То есть нам нужно создать список из point. Все. Поэтому, когда у вас будут данные, ну, допустим, там прогнозы погоды, то вот здесь у нас для x это у нас идут элементы. Давайте посмотрим. Вот видите внизу. Это у меня идет нулевой день, первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Это просто номера дней, которых можно сгенерировать просто, допустим, циклом. А вот вверху идут уже сами значения. В моем случае для каждого дня я просто рандомно генерировал вес от 50 до 90 килограмм. Вот и все. А у вас, допустим, это могут быть цены разные на разные дни и так далее. А вот и все. Поэтому нам нужен список из point. И в point мы придаем два значения x и y. То есть x, как я уже сказал, у нас идет вот сюда вниз по горизонтали. Это значение по горизонтали, видите, 31 день у меня. А y по вертикали. Только не вот здесь, а вот эти вот значения, видите, точки. Возвращаемся в наш проект. Так. И здесь вот создаем функцию. Это у нас будет fun get points list. Все. Так, здесь у нас будет возвращать список из уже готовых points. Я вам сейчас объясню, как мы их создаем. Ну, естественно, вы, если получили список с ценами, например, то вам нужно будет его с помощью массива перебрать и уже доставать цену на каждый день и добавлять. Тогда вы создаете список из этих points. Поэтому давайте создадим просто лист, который мы будем заполнять. Это будет у нас ArrayList из points. И его мы уже и вернем в этой функции. Все, открываем, закрываем круглые скобки, готово. И теперь я просто-напросто с помощью цикла переберу, ну, допустим, значение, так, это у меня будет от 0 до 31. То есть у нас максимальное количество дней может быть 31, значит, я буду делать 31 точку для графика. Вот таким вот образом, видите? Все, 31 точка. А дальше, допустим, у меня могли бы быть кнопки по месяцам, и я выбираю там июнь, август, сентябрь, март и так далее. И мне показывает вес на каждый месяц. И там уже могут быть числа разные. Допустим, там, не знаю, в феврале 28, может быть, 29, я не знаю. И так далее, понимаете? Ну, в моем случае я просто сгенерирую для одного месяца, в котором есть, допустим, 31 день. И здесь мы просто-напросто в список сразу передаем от этот point. То есть мы его просто заполняем. У нас есть x и y, это у нас значение float. Итак, для x я просто беру значение i. То есть у меня цикл будет срабатывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Поэтому у меня будут данные вот такие вот, видите? От 1 до 31. Вот и все. Поэтому здесь просто-напросто беру i и превращаю во float. Готово. А второе значение y, это уже будет вес. Поэтому я буду его генерировать в данном случае для примера рандомным путем. У вас он может быть где-то в базе данных находиться, допустим, если пользователь записывает на каждый день и так далее. Но в моем случае у меня нет никакой базы данных, поэтому я использую класс random. Только смотрите внимательно, мы берем не из Java пакета, а из Kotlin random. Видите, выбираем Kotlin random. И берем next int. И в next int мы можем указать минимальное значение и максимальное. Пусть будет у меня для того, чтобы сгенерировать рандомные числа, минимальный вес 50, а максимальный, ну, пусть будет 90, как на примере я вам показал. Все. Но только здесь мы должны передать в point не значение int, которое мы будем генерировать, а мы должны передать значение float. Поэтому, когда мы сгенерируем, мы его превратим во float. Вот и все. Поэтому каждый раз, когда цикл проходит следующий круг, первый, второй, третий, четвертый, здесь будет добавляться рандомное число от 50 до 90. А сюда будут добавляться числа от 0 до 31. Отлично, все, список мы получили, то есть заполнили. Теперь мы можем сделать следующее. Пишем return. Мы должны вернуть этот список. Это у нас есть наш лист. Вот и все. Так, давайте отформатируем код. Ctrl-Alt-L. Отлично. Вот теперь здесь вверху, вот здесь вот в теме, мы можем получить его, этот список. Назовем points list. Все равно берем get points list. Теперь мы начинаем, согласно документации, настраивать все. Если вы зайдете на официальную страничку, то вы заметите, здесь нам нужно настроить. Нам нужны настройки для оси X и для оси Y. Мы указываем, какой шаг у нас будет, какой цвет будет фона. Цвет фона имеется в виду, где у нас написаны вот эти вот числа, видите, 50, 54, 58 и так далее. То есть как бы вот здесь такая панелька, где они пишутся, и мы здесь можем выбрать фон. И внизу то же самое, это уже для оси Y. Давайте это все скопируем, чтобы вручную не писать. И добавляем сюда после points, где-нибудь вот здесь. Все, видите? Теперь нам нужно из этой библиотеки импортировать, поэтому жмем Alt-Enter. Импортировали. Так, DP тоже нужно импортировать. Alt-Enter. Color тоже импортируем. Мы его всегда сможем кастомизировать. Выбираем
Android Compose Graphic. Points Data — это из примера, а у нас называется Points List. Поэтому давайте выберем Points List. Поэтому у нас будет Steps. Сколько у нас всего шагов будет здесь? Видите, мы настраиваем, то есть по оси X. От 0 до 31 идет, значит, у нас будет 31 шаг. Как его узнать? Мы просто берем Points List Size — минус 1. Дальше Label Data — это то, что здесь пишется. Поэтому здесь будет запускаться, смотрите, когда будет рисоваться вот эта нижняя панелька со всеми числами, что-то здесь должен написать. И мы будем просто писать, то есть нам будет выдавать все эти элементы по очереди. А у нас там идут значения от 0 до 31, значит будет выдавать 0, 1, 2, 3, 4. Поэтому мы их превращаем в string, и они печатаются. Но если бы я захотел, чтобы у меня здесь еще печаталось не просто число 0, 1, 2, 3, 4, ну допустим, если у вас в графике по оси X, то есть по горизонтали идут месяцы, вы можете M дописать. В моем случае у меня же идут дни, поэтому я могу дописать букву D, видите? Поэтому вернется в Label Data, когда будет рисоваться вот здесь эти числа, еще добавится D. Вот и все. Можете написать даже Day. Ну, дальше настраиваем паддинг. 15, посмотрим, у нас нормально будет 15 или нет. А, и здесь я забыл сказать, видите, Step Size. Это у нас размер в DP, видите, вот здесь. У нас идет первый день, второй день, третий день. Вот между ними у меня идет 100 dp. Если бы я хотел меньше, то можно здесь выбрать, допустим, там 50. Я не знаю, как вы хотите. Это вы уже можете сами настроить. Вот и все. Мы подготовили настройку для оси X, как это все будет обрабатываться. И теперь для оси Y нам тоже нужно указать, сколько всего шагов будет. Здесь же мы указали, что у нас всего, видите, то есть от 0 до 31. Но по вертикали это у нас ось Y. И мы должны указать, сколько у нас шагов будет. Давайте где-нибудь здесь сделаем константу. Это у нас будет const val. Назовем, к примеру, равно. Ну и пусть будет у нас, к примеру, я не знаю. Давайте сделаем 10. Вот и все. То есть у нас будет всего 10 шагов. Отлично. Цвет пока что оставим. У нас будет красный. Это значит, что у нас вот эта панелька, где написаны килограммы, у нас будет красная. А внизу это у нас будет blue, синее. После мы, конечно, это исправим. Так, в принципе, все, что у нас здесь еще нужно. А вот здесь мы уже должны вычислять, потому что здесь уже не все так просто. То есть, если мы сейчас просто будем возвращать, как и в первом случае по оси X, просто значение i, превращенное в string, что произойдет? Произойдет то, что нам нарисует у нас сколько шагов всего? 10. Значит, там нарисует просто числа от 0 до 10. Будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но это же неверно, потому что у меня, смотрите, в данном случае на примере, у меня может быть от 50 до 90 килограмм. Значит, самое минимальное значение это 50, а максимальное это 90. Так вот, чтобы здесь правильно показывало, как сейчас вы видите на примере, от 50 до 90, нам нужно здесь с помощью математики, естественно, высчитывать для оси Y. Как будет это все высчитываться? Потому что здесь мне просто, как с помощью цикла, выдаст 10 раз значение. У меня 10 шагов, значит будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как я уже вам сказал, я же не хочу, чтобы мне просто здесь цифры от 1 до 10 написало. Это меня не интересует. Я хочу, чтобы мне здесь написало, как вот здесь, видите? То есть, сколько это у нас? 54 килограмма, и все точно. Как раз находится на линии 54. Поэтому нам нужно вычислить, какое у нас самое минимальное значение в списке, какое максимальное значение. И на основе этого мы должны вычислить, как будет здесь отрисованы вот эти все значения для килограммов, понимаете, это шкала. То есть нам нужно вычислить эту шкалу. Пока что я ставлю просто i, чтобы вы поняли, как все это работает. И после мы уже здесь добавим формулу для вычисления. Итак, все, мы это настроили. Ось x и ось y. Что дальше нам нужно? Идем опять же на официальную страничку и смотрим. Дальше нам нужно создать line chart data. И здесь мы создаем line plot data. А зачем все это нужно? Здесь мы уже настраиваем, сколько линий у нас будет. Смотрите, мы передаем в lines list of. И у нас будет только одна линия, поэтому в эту одну линию мы можем настроить в этой линии вот таким вот образом цвет, цвет точки, цвет, когда мы выбрали элемент, видите, вот этой вот линии со штрихами. В общем, все здесь мы можем настроить в этой линии. Если бы у нас было много разных линий, мы бы в этот список list of могли бы добавить еще одну линию, и еще одну, и еще одну. Но для каждой линии нам бы нужны были свои данные, как вот здесь. Но у нас здесь будет одна линия, поэтому давайте это тоже скопируем и подстроим под нас. Так, это мы добавим вот сюда, single line chart dim, прямо здесь, потому что здесь мы сможем использовать цвет из темы, и его можно использовать только внутри composable функции. Ну, здесь бы мы тоже смогли использовать. Итак, импортируем опять же line chart data из библиотеки, которую мы добавили, line plot data тоже, и все, видите, то есть line chart data нам нужно добавить line plot data. Line plot data создается таким вот образом. То есть в lines мы передаем список из линий, которые мы настраиваем. Импортируем линию эту, import. Это у нас, видите, из пакета
CoYML charts. Все. И теперь сюда уже передаем наш список. Он называется у нас points list. Все, передали points list. Line style. Импортируем. У нас там идут цвета уже по умолчанию. Вы их можете всегда легко и просто настроить. Import class. Здесь тоже import class. Я думаю, вы уже хоть немножко разбираетесь в Jetpack Compose, поэтому вы знаете, как можно это все кастомизировать. Каким образом? Ну, допустим, line style. Как я могу кастомизировать? Очень просто. Наводим сюда курсор и видим, что здесь есть line tape, color, width, то есть ширина и так далее. Если хочу изменить, допустим, цвет, что я делаю? Просто вписываю сюда color и указываю цвет, который хочу изменить. Color. А, допустим, пусть у меня будет, я не знаю, green. Видите? То есть у меня теперь линия будет зеленая. Вот и все. Так, здесь grid lines тоже добавляем. Здесь тоже, видите, мы можем изменить цвет и так далее. Ладно. В общем, если хотите кастомизировать, можете с этим побаловаться, и вы увидите, как все это работает. Я пока что вам покажу, как это все работает без кастомизации, то есть со значениями по умолчанию, а после уже покажу, как это кастомизировать. Все, у нас есть теперь line chart data, и последнее, что нам остается, это сам composable, который нарисует весь этот график. Смотрим опять же на официальной страничке, это у нас line chart, видите? Это как обычный composable, только сюда нужно передать line chart data, то, что мы создали только что, line chart data с помощью line plot data. Все это тоже можем, в принципе, скопировать и добавляем сюда, так, где у нас есть, вот у нас тема, вот здесь закрывается, все. И это все идет вот сюда. Так, импортируем line chart, Alt-Enter. Импортируем fill max width, Alt-Enter. И готово. А, еще height нужно, высоту импортируем. Так, все, давайте пока что запустим и посмотрим, что у нас уже получилось. Итак, смотрите, видите, здесь у нас идет 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это уже неправильно, потому что у меня вес, допустим, здесь 75, а это у меня показывает 6. Это неверно. И здесь, как вы видите, у нас панельки разного цвета, красная и синяя. Но здесь зато написано, не знаю, видно вам или нет, и у нас здесь написано один day, второй day, третий day, четвертый day. Понимаете, то есть мы можем добавлять текст, когда это все рисуется. Я вам показывал по оси X и по оси Y то же самое можем делать. Но здесь лучше оставить просто D, потому что day как-то не очень смотрится. Так, что нам нужно сделать? Ну, во-первых, не хочу, чтобы был color blue, а мы можем просто сделать transparent. Ну, в моем случае, вы уже настраиваете как хотите. Это у нас background color, и в данном случае оси X. Это имеется в виду вот здесь внизу, видите, это панелька, где у нас написаны дни. 1, 2, 3, 4 и так далее. А по оси Y, то есть по вертикали, у нас красная. Давайте тоже ее изменим, и пусть тоже будет transparent. А то смотрится некрасиво. Transparent. Запускаем и смотрим, что у нас уже получилось. Все, видите, теперь уже прозрачная. А, еще забыл сказать. Видите, у нас уже линия зеленая стала, потому что я ее раньше так настроил. Если вы хотите сделать ее потоньше, можно сделать еще и потоньше. Так, где мы сделали зеленый? Вот он, color. И мы можем здесь сделать width, то есть толщина пусть будет у нас 1f. Посмотрим, тонкая будет слишком или нет. Да, все, видите, очень тонкая. У нас сгенерировались новые данные, все отлично. Теперь точка. Это у нас intersection point. Здесь то же самое. Цвет давайте выберем. Color. И какой цвет здесь выберем? Давайте выберем какой-нибудь color blue, к примеру. Просто для примера. И еще у нас есть радиус, к примеру. Можем выбрать, я не знаю, давайте сделаем 3dp. Все, посмотрим в 3dp, как будет выглядеть. В общем, таким образом вы можете кастомизировать линию и вот эти точки, которые находятся на линии. Все, видите, точки стали очень маленькие. А вот сейчас, когда я выбрал, у меня, видите, красный показывает. Это мы можем настроить с помощью Selection Highlight Point. То же самое, выбираем цвет, выбираем радиус и так далее. В общем, все здесь вы можете настроить. Это у нас уже как выглядит линия, а вот это и вот это. Это у нас вот эти панельки, где пишутся данные. То есть один день, два дня, три дня, четыре дня. Итак, по оси Y у нас просто показывает от 0 до 10, потому что мы вот здесь, когда создавали ось Y, в label data нам постоянно возвращает наши шаги. У нас их всего 10, поэтому у нас идет от 0 до 10. Хотя здесь у нас, допустим, значение 80, видите, возле 8. Возле 3 это у нас 62 вообще. Вверху у нас 86, понимаете? Как мы можем здесь показать реальные значения? Нам нужно знать максимальное значение и минимальное. И, конечно же, может показаться, что мы же знаем, что у нас минимальное значение, которое может выпустить 50, а максимальное 90. И на основе этого мы могли бы уже вычислить, но у нас будет неточно, и сейчас я вам объясню почему. Давайте пока что сделаем так, так будет намного быстрее.
создадим значение val, это у нас будет yscale равно, что мы делаем? Мы берем просто-напросто от максимального значения, отнимаем минимальное, у нас же максимальное это 90, минимальное 50, и делим на количество шагов. То есть вот такая вот у нас формула получается, steps. И теперь, что мы делаем? Теперь нам нужно сделать следующее. То есть мы берем наш i, умножаем его на этот yscale, который мы вычислили. Вот он, yscale. И ко всему этому, то есть вот к этому прибавляем минимальное значение. Это будет 50, то есть плюс 50. И все это уже превращаем в string, чтобы вернуть. Так, toString. Смотрите, теперь вот у нас будет совсем другое значение. То есть давайте вот это уберем. Все, вычислив все вот это, вот этим вот способом мы вычисляем, сколько у нас значения одного элемента, одного шага вернее. У нас значение одного шага должно быть не один, а иначе у нас показывает от 1 до 10. А значение одного шага вычисляется, зная максимальное и минимальное значение. Но мы не хотим, когда мы все это вычислим, считать опять же от 0, мы хотим считать от 50. Поэтому мы, когда нам приходит i, а i нам приходит от 0 до 10, то есть 1, 2, 3, 4, мы его умножаем на yscale, на значение одного шага, сколько у нас есть. Когда мы все это вычислили, мы знаем значение одного шага. Все, поэтому умножаем первый шаг на значение одного шага, второй, третий, четвертый и так далее. Но прибавляем еще 50, чтобы у нас вот здесь все начиналось от 50, потому что я знаю, что у меня минимальный это 50, а максимальный 90, поэтому у нас будет шкала правильная. Но она будет неточная. А дело в том, что в данном случае я же в примере вам показываю, что я генерирую с помощью random, с помощью функции nextInt. Это означает, что у меня минимальное значение будет не 50, а это самое минимальное, которое может выпасть. Поэтому, когда я создаю все значения, список со значениями, минимальное может выпасть всего лишь, допустим, 53, либо там 55, либо вообще 65, понимаете? Просто я говорю, что от 50 до 90 должно выпасть какое-то число. Но это не значит, что будет постоянно, либо там хотя бы один раз выпадет 50. И вот в таком случае у нас будет уже неточность, потому что в формулу нужно передать точные значения, точное максимальное, точное минимальное. Поэтому если у меня есть небольшое отклонение, допустим, минимальное значение выпадет, самое минимальное, 53 пусть даже, и самое максимальное 89, уже будет неточность в вычислениях, понимаете? Давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вы увидите, что мы уже близки к истине, но все-таки чего-то нам не хватает. А именно реальных значений минимального и максимального. А реальное значение минимальное и максимальное мы можем только достать из списка. У нас есть список, вот вам приходит список с данными, ну допустим там с ценой, либо с прогнозом погоды. И вы должны этот список перебрать и достать оттуда максимальное значение, которое там есть в этом списке, и минимальное. Вот и все, тогда у вас будет точное значение из этого списка, минимальное и максимальное. Так, все, у нас запустилось, смотрите, вот теперь все отлично, от 50 до 90. Но у нас неточность, вот смотрите, у нас между 82 и 86 есть точка. Выбираю, это у нас 82. У меня 82 вот здесь идет. А эта точка рисуется возле 86 даже ближе. Здесь то же самое, смотрите, тоже 82. Но на этой шкале это не 82, на этой шкале это у нас где-то примерно 84, я бы сказал. Вот в этом у нас есть и неточность, потому что у нас минимальное значение, которое здесь выпало, скорее всего не 50, а там, допустим, 54. И максимальное тоже, возможно, там не 90, а 87, либо там 82 и так далее. Поэтому, чтобы вычислить правильное значение, и чтобы у нас все четко показывалось, сейчас мы этот пример рассмотрим. Я сделаю простым способом. Мы можем создать просто пару функций, чтобы сильно не заморачиваться. У нас одна функция, это будет getMax. Мы туда передаем просто список, это у нас будет list. Список из наших point. Все, передаем туда point. И он нам возвращает значение float. Так, нам понадобится var, то есть нам понадобится переменная. Назовем ее, к примеру, max. Изначально у нас максимальное значение будет 0, естественно. И теперь мы берем этот список, который мы передадим с point. И там запускаем цикл for each. Все, этот цикл for each нам выдает point. И теперь просто-напросто мы сверяем, если у нас в этом point. Так, давайте выберем сначала max. Если у нас max меньше, чем point, точка y, потому что мы же в y записываем, видите, в point. Первое значение это у нас идет по оси x, а второе значение по оси y. Вот здесь у нас и будут записываться значения от 50 до 90, рандомно. Отлично. Все, поэтому я сверяю, если у нас максимальное значение меньше того значения, которое находится в point, значит, в максимальное значение мы добавляем это значение. Max равно point.y. Вот и все. И теперь нам просто-напросто нужно указать, что у нас max это значение float, иначе, видите, не принимает. И после мы должны сделать return. То есть нам возвращает уже значение float
это будет уже макс. Поэтому, когда мы все элементы переберем, что произойдет? Мы в макс будем постоянно добавлять и добавлять, пока у нас значение в point y будет выше макс. Как только там будет самое высокое значение, следующее значение уже не будет добавляться, потому что оно никогда не будет больше, чем макс. Понимаете? Все. Поэтому мы найдем самое максимальное значение. А с минимальным примерно то же самое, только наоборот. Мы ищем самое маленькое значение. Поэтому мы можем указать так. Это у нас будет min. Мы можем указать, что у нас уже это будет не макс, а это у нас будет min. Shift F6 и назовем min. Все. Это у нас будет называться min. Только min изначально будет равно 100. Потому что если мы укажем, что у нас минимальное значение это 0, если значение здесь у нас будет минимальное, допустим, 53, то у нас 53 никогда не будет меньше 0. Поэтому мы указываем, что у нас изначально значение самое большое, допустим, будет там 100, 1000, как хотите. И дальше мы начинаем сравнивать только уже другим способом. Мы проверяем, чтобы у нас min было больше y. Поэтому если у нас min больше y, допустим, здесь у нас там 57, а в списке есть еще значение 53, значит у нас min, это 57, я же сказал, будет больше, чем 53. Значит, записываем в min теперь 53 и так далее. То есть делаем все, как и в случае с max, только наоборот. Проверяем, чтобы значение в point y было меньше того, что записано в min. Поэтому каждый раз мы добавляем в этот min новое, самое маленькое значение. И все, когда список пройдем весь, у нас останется в min самое маленькое значение. Все, теперь у нас есть getMax, getMin. Теперь нам просто-напросто нужно создать вот здесь, где мы получаем список, point list, points list. Создаем, это у нас будет val max, то есть максимальное значение, равно, мы берем getMax, все, и туда передаем этот point list. И берем минимальное значение, это уже будет getMin, и здесь у нас будет min. Отлично. И теперь, чтобы у нас все это точно сработало, мы это передаем сюда, но еще в steps мы укажем, что это у нас значение float. Иначе у нас будут проблемы, можете сами проверить. Потому что у нас будет делить это все, и у нас не будет значения после запятой, потому что steps это у нас integer, поэтому нам выдаст опять же integer, целое число. Значит, значения после запятой не будет, и мы опять потеряем точность. А если мы разделим на float, то есть steps превратим во float, тогда у нас будет значение после запятой, и тогда у нас будет точность такая, которая нам нужна. Все, значит, вместо 90 я указываю уже max. У нас там может быть, как я уже сказал, сгенерируется число, которое будет там 87, либо 85. Не обязательно, что будет 90 максимальное. И вот сюда вместо 50 передаем min, минимальное значение, которое тоже может быть разным. Min. Если вы хотите проверить, то я советую вам сделать следующее. То есть после этого, ну либо вообще, когда здесь вот сделаем, добавить сообщение log. log.d, и вы можете проверить, что у нас постоянно генерируется минимальное и максимальное число по-разному. Потому что в моем случае я использую random, правильно? Я просто указал в пределах от 50, то есть диапазон, до 90. Но это не означает, что это минимальное, это максимальное, то, что я вам уже говорил. Когда мы уже получим список со всеми сгенерированными числами, тогда из него мы сможем определить, какое же у нас на самом деле максимальное, а какое на самом деле минимальное, чтобы у нас была высокая точность. Итак, указываю mylog, и можем здесь написать max, значение максимальное, это у нас будет max, пробел, и у нас будет еще min. Здесь у нас будет, опять знак доллара ставим, min. И теперь давайте посмотрим, что у нас происходит. Все, теперь можем запускать, и у нас должно быть все четко. Запускаем. Все, запустилось, вот теперь смотрим. У нас есть максимальное самое 88, а здесь минимальное у нас было 52. И вот теперь, если я выбираю, смотрите, вот эту точку, к примеру, это 65, смотрим. Между 66 и 62. Все правильно. И здесь теперь это у нас 73. А здесь мне показывает так. Давайте еще раз. Что это 74. Чуть выше 73. Все правильно. И теперь давайте посмотрим самую высокую точку. Это у нас не самая высокая. 87 возле 88. То есть у нас уже все точно. И здесь у нас самая низкая. Это 52. Вот по ней и было нарисовано все. По самой маленькой и по самой высокой. Вот самая высокая. Это у нас будет 88. Видите? Вот и все, это у нас уже будет 75, все правильно, между 77 и 73. Проблема в том, что у нас после запятой, видите, вернее после точки, могут быть вот такие вот длинные числа. Нам нужно их отформатировать, если вы не хотите показывать вот такое вот безобразие. И для этого мы можем воспользоваться разными способами. Я думаю, вы уже знаете, как форматировать эти числа. Допустим, мы можем использовать string. То есть берем string, класс, и у класса string есть функция, которая называется формат. Здесь мы формат просто передаем, что у нас будет одно значение после запятой. Это у нас будет точка. Я укажу одно значение,
Это будет у нас float. Так, f напишем. Все, и сюда после запятой уже передаем само число, которое у нас получилось. Вернее, которое получается каждый раз. Так, это вот все мы можем уже убрать. Все, вот таким вот образом, видите, с помощью string мы отформатируем. И у нас будет уже все, как мы раньше сделали, только после запятой, вот здесь видите, будет только одно число. Запускаем, что у нас там получилось. Так, все, загрузилось. Смотрите, 52 и 89 в этот раз. Здесь у нас сейчас 89 и 52 где-нибудь вот там находится. Самое маленькое число. Вот здесь. А, оно даже два раза сгенерировалось, да. Отлично. И здесь тоже два раза. 89. И, как вы видите, у нас теперь только одно значение после запятой. В принципе, все. Давайте посмотрим теперь на сообщение log. Но я думаю, вы уже поняли. Так, здесь выберем фильтрацию по тагу myLog. И вы видите, у нас есть. Первый раз было 88,52. И в этот раз сгенерировалось самое максимальное число — это 89. А минимальное, опять же, 52. Если перезапустим приложение, сгенерируются новые числа. И опять увидим, какое максимальное, какое минимальное. Теперь у нас минимальное — это 51, а максимальное — 88. Ну, на этом я надеюсь, что вам теперь все понятно. Как пользоваться таким вот графиком. Самое основное я вам уже, думаю, рассказал. Советую почитать документацию и найти то, что вам нужно. Если вам нужно что-то исправить, изменить, либо как-то под себя переделать. А я на сегодня с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Если хотите поддержать канал донатом, то можно найти кнопку для доната на моей веб-странице. Также на моей веб-странице вы сможете найти весь код урока. Ссылка на мою веб-страницу находится в описании к этому видео. А сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся на следующем уроке. Всем пока!